Евдокимова закрыла дверь в классный швабру и сказала: «Начинаем секретный совет. У Майи Первомаевны скоро день рождения. Надо придумать подарок». Петра сейчас говорит: «Тут придумали электрический чайник. Родительский комитет деньги собирал. Электрический чайник мы и на прошлый день рождения дарили», — говорит Дунькин. «Не», — поправил кот, — «электрический чайник был на 8 марта, а на день рождения вот тосты». «Совсем, что ли?» — удивилась Смирнова. «На 8 марта был моющий пылесос, на прошлый день рождения тоста, на день учителя был миксер, на окончание учебного года был видеоплеер. Я точно помню, я папе рассказывала. А он говорит: может, вы и на 1 апреля электрический стол подарите?» «Короче, все это полная ерунда. Такое любой подарит. Надо что-нибудь душевное. И не от родительского комитета, а от нас самих». Полынь наговорили: «У нас в подъезде щенки родились. Жутко породистые. Стоит южно-лабрадорская лайка, помесь гибралтарским боксером. Только они дорогие». «Скинуться надо», — говорит Петросян. «Скидывали же на пылесос». «Сравнил», — говорит Полынина. «Сколько мы на пылесос скидывались, это только на хвост собачий хватит». «Значит, надо не один большой подарок, много маленьких», — придумала я. «Точно», — говорит Евдокимова. «Много маленьких подарков намного лучше, чем один большой. Пусть каждый подарит Майе Первомаевне что-нибудь от души и на память». Дома я поскорее пообедала и стала думать, что же такого подарить Майе, чтобы на память и от души. Надо подарить то, что я сама люблю, чтобы уж совсем от души. А я много чего люблю. Больше всего я люблю трех барбосов, которые живут у нас на даче. Маму Рыжунью, старшего сына Ворошу и младшую дочку Дырку. Нашего пошлого кота Мякоть Пафеевича Мячкина я тоже люблю как родного. И, пожалуй, никому не подарю. Даже на память и от души. Может, подарить ей свой старый велик? Ей наверняка полезно заняться велоспортом. Нет, раздавит, еще свалится. Хорейский нету. У меня прямо голова разболелась, и я поехала на роликах в парк. Там я встретила Женьку Полунину. Она обрадовалась, я обрадовалась. И мы начали беситься, колбаситься, пили кофе, ели мороженое, но никак не могли придумать, что же такого подарить Майе Первомаевне. Потом мы подъехали на висит старый заброшенный памятник, неизвестно кому. На пьедестале «Лечь с головой», называется бюст. Он уже старый, облезлый и больше похож на пугало огородное, а не на памятник. Весной девчонки любят вешать на него венки из одуванчиков. «Бедный, совсем облез», — пожалел памятник Женька. «А представляешь, как ему грустно здесь одному, особенно если ночь или дождь? Надо пристроить его в хорошие руки», — придумала я. И тут мы посмотрели с Женькой друг на друга очень внимательно. А у Женьки брат совсем взрослый, в институте учится. Когда мы сказали ему, что хотим подарить Майе Первомаевне на день рождения заброшенный бюст, он долго смеялся, но сказал, что обязательно нам поможет. Ведь он в детстве тоже учился у Майи Первомаевны. В пятницу с утра Женькин брат на машине приволок памятник в школу и сам принес в класс. А мы с Женькой решили, что на шее у бюста удобно хранить бусы, а на голове – шляпы. Поэтому Женька повесила на него несколько феличек. А мне мама дала большую черную шляпу, которая пахла чем-то смешнее. Чтобы памятник выглядел получше, Женька подрисовала ему глаза и накрасила губы. Когда все собрались и стали показывать друг другу подарки, мы с Женькой сразу поняли, что наш круче всех. Ведь остальные притащили какую-то полную ерунду. Евдокимова, наша главная умница и читательница, принесла толстую растрепанную книжку. Сказала, что это самая интересная книжка на свете, ведь у нее нет ни начала, ни конца. Гунькин принес гитару,
и сказал, что выучил для Майи Первомайной очень душевную и жалостливую песню. Котов принес салюты и фейерверки. Кравченко где-то нашел довольно крупный скелет, светящийся в темноте. Но для Петросяна тоже ничего себе был подарочек. Он где-то раздобыл, выменял у кого-то африканского таракана редкой породы, величиной примерно с мою кроссовку. Таракан сидел в трехлитровой банке и шевелил усами. Вещь! Все девчонки вещали, махали руками, а Смирнова стала как-то подозрительно заикаться. Поэтому Петросян накрыл таракана оренбургским пуховым платком, который принесла в подарок наша хозяйственная Попова. Первому звонку у нас все было готово. На столе у Майи Первомайной стоял памятник в шляпе и с веночками. Рядом с памятником Гунькин с гитарой. В углу окна притаился Котов с салютами и фейерверками. За дверью оказался Кравченко со светящимся скелетом. Развенел второй звонок. Майя Первомайна открыла дверь в глаз. Тут Котов со своим салютом как шахнет, как прибабахнет, дыму, грому. Кравченко со скелетом выскакивает, Петросян тараканом отсовывает, девчонки с вышиваниями лезут, поздравительные стихи читают. А Гунькин, что есть силы, на гитаре играет и вопит. Когда с тобою встретились, черемуха цвела, и в летнем парке музыка играла, и было мне совсем немного лет, но дел успел наделать я немало. Майя Первомайна, конечно, слегка покачнулась, но все-таки немножко улыбнулась. И, схватившись одной рукой за стену, отгоняя второй дым от салюта, стала пробираться к столу. Увидела наш Женькин подарок, довольно сильно вздрогнула, уронила портфельчик и закрыла глаза. И тут же открыла, так как в класс вошли целые две делегации. От родительского комитета и от учителей школы с цветами и подарками. Майя Первомайна посмотрела на электрический чайник и коробку с миксером, засмеялась каким-то странным голосом и полезла под стол прятаться. После салюта в классе ремонт делали. Гунькин капитально охлип. А Майя Первомайна немножко заболела. Но когда выздоровела, школа уже не вернулась. Открыла магазин бытовой техники. А наш Женькин подарок все равно круче. Потому что от души и на память.